Всем привет! Вот это называется пиздец. Вот там тоже называется пиздец с той стороны. Суть в том, что... Что? Нет, это не пиздец. Я не понял. А ну, уйди отсюда. Видишь, я снимаю. Мне что, тебя снимать, что ли? Нет, ты посмотри, какой он наглый. Пошел, блин. В общем, вот это называется пиздец. Моя жена любит этот автомобиль в плане покататься туда-сюда. Но покататься она любит не только на нем, потому что эта машина не для нее куплена была, а именно для меня. Вы спросите меня, почему я часто снимаю этот Мерседес. Ну, вообще, почему? Да потому что этот Мерседес сделан был в Германии для, я вам сейчас скажу, для дипломата. Да-да. Его выкупили в Германии, перевезли сюда. Кстати, все функции, которые установлены на этом автомобиле, все работают. На протяжении нескольких лет эти функции до сих пор все работают. Да, не спорю, что вот этот уже... Пашка рябал. Но суть не в этом. Суть в том, что жена любит на этой машине ездить, понтоваться. Я просто в ужасе, как она ездит. Я от сам пристегиваюсь. Но суть в том, что здесь пристегнуться очень интересно. Но фиг с ним. В плане того, что полиция останавливает эту машину постоянно, я уже заколебался оплачивать ее штрафы. Ну, в общем, она заколебала меня подставлять. Мне пришлось купить специальный ключ. Кстати, его сейчас нету, но потом я вам покажу. Этот ключ считывается только если установлен на этой машине специальный блок зажигания. В общем, родной работает и еще дополнительный. То есть, чтобы завести эту машину, чтобы считал этот ключ, надо, чтобы тот блокировочный блок заработал. А так он не будет работать. В общем, я вам сейчас покажу, какого хрена здесь вообще происходит в плане того, что здесь V6 двигатель. И в плане того, что я хочу вам показать, все скажут, да он жрет масло. Да, я не спорю. Но на 10 тысяч километров он жрет 1600 грамм. Ну, то есть, литр 600. И это все очень легко. Кстати, у всех, если двигатели, допустим, просто уничтожены, даже если, получается, есть пенка, то на этом все идеально чисто, кстати. Смотрите, чисто все. То есть, этот двигатель вообще в идеальном форме, кстати. И он чистый. И, кстати, норм масла я проверяю постоянно, когда выезжаю куда-то. Но есть один минус. Очень огромный минус. Бляха-муха. Вы спросите, какой? Да блин. Сейчас. Блин, не закрыл опять. Ай. Ай. Да где? Минус один. Это он здоровый. Вы спросите, в смысле здорового? Да. Здоровый в плане того, что ездить можно. Но, опять же, у меня есть мотоцикл, который тоже очень редкий. Вот он. Можно сказать, Honda. Honda? Хрен его знает. Но ездить очень бодро. 120, 130. Но речь не о нем, а об этом мотоцикле. Бляха, какой мотоцикл? Я вообще машину снимаю. Ай, я просто в ужасе. Ай, да. После Германии эту машину хотели купить множество людей. Но опять же, я уже заколебался клеить это колесо. Просто заколебался. Где она пробивает? Это просто нечто. Но опять же, имей совесть на нем ездить. Ладно. О чем я хочу еще вам рассказать и показать. Да, машина не такая новая, но в идеальном, можно сказать, состоянии. Потому что она
ездила не так много, но имеет функцию очень хорошую. Функцию хрен догонишь. Очень бодрая, да? Ну, он даже этот знает. Но машина, вы спросите, да, она стоит, не работает. Все, она работает, я вам потом заведу, покажу. Я просто сейчас заказал покрышки. Я жду, когда придут, потому что заколебала она пробиваться. Как будто у нас, блин, тут камни. Но просто, если вам интересна моя логическая жизнь, пожалуйста, подписывайтесь. Я вам буду показывать много чего интересного. А самое главное, вы увидите своими глазами, что здесь происходит. Кстати, не так давно полиция еще проверяла мою машину. Я не знаю почему, но номер типа не соответствует. Она тогда с любовником еще жена была. И решила все-таки расстаться. Ну как они там 2-3 раза. Я даже не знаю. Я не хочу об этом говорить. Все. До свидания. Спокойной ночи всем. То есть пока.